Перестань! Он заменит доктора Мэттьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Давай, скорей. Я тут посижу. Привет, Джоди. Входи. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Моя работа — исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Если не хочешь говорить о нем, не надо. Но вдруг тебе интересно понять, кто он. Этот друг с тобой уже давно? С рождения? Он призрак? Или, может, дух кого-то умершего? А можешь его нарисовать. Можно мне посмотреть? Значит, это и есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Он сейчас здесь? Попросишь его показаться? Ну, может быть, в другой раз, когда получше узнаем друг друга, да? Это он тебя так? Нет, это чудище.